Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами будем декорировать грядку для овощей у Сильванов. Что нам потребуется? Сама грядка сделана из пенного такого материала, что-то наподобие даже гипсокартона, который оставался после монтажа окон. Все, что требовалось, это вырезать прямоугольник того размера, которого должна быть грядка, и канцелярским ножиком проложить сами грядочки. Это было несложно, и этот материал, так как это что-то наподобие пенопласта, режется очень просто. А вот дальнейший декор – это, конечно, отдельная заморочка. Что было сделано? Сначала акриловыми красками я прокрасила сами грядки, чтобы они были коричневого цвета, и в дальнейшем, если я что-то буду наклеивать на этот цвет, то оно имело место быть без белых проплешин. Далее я беру белый песок из фикс-прайса и с помощью декупажного клея наношу его на грядки, чтобы создать рыхлистость земли. После я прокрашиваю белый песок цветами, которые приближены к земле. Коричневый, желто-коричневый, горчичный, темно-коричневый, ну и так далее. Прям вот конкретно мазочками наношу, вот, и в итоге получается неоднородный земельный цвет. Бока грядки я решаю украсить камушками, сажаю их на клей, чтобы, ну, просто как-то оградить грядку от другого пространства и скрыть, возможно, какие-то не очень красивые швы в стыковке. В конечном счете все это покрывается еще раз декупажным клеем, чтобы наверняка, и оставляется высыхать. В итоге, когда эта грядка высыхает, пусть вас не пугает ее изначальный какой-нибудь там сверхкоричневый цвет, когда она высыхает, она становится очень натуралистичной, очень естественной и просто отлично вписывается в какой-нибудь сильванский газон. Так что советую вам вот этот метод нанесения песка и дальнейшего прокрашивания. Присмотритесь к этому и используйте в своей кукольной миниатюре. И, кстати, в этом же пенном материале очень легко делаются дырки для дальнейших овощей. Спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться на канал. И до новых встреч. Пока-пока.